普通话。哎呀，不一点点啊。嗯。你是哪个国家的？俄罗斯的。俄罗斯的啊。Всем большой привет из Китая. Сейчас на дворе июль 2022 года, и сегодня мы находимся в провинции Шаньси, в самом сердце Поднебесной. Оказалось, что добраться сюда совсем непросто. Нам потребовалось лететь на двух самолетах из Сямэня, ехать 3 часа на поезде, и далее, взяв машину в аренду, несколько часов мы преодолевали экстремальную горную дорогу, которую размыло дождями. Только не носила. И здесь меня еще не носила. И там меня еще тоже не носила. Сколько места. Цель – посетить карьер и заводы, которые находятся вокруг карьера черного сланца. Натуральный черный сланец – модный и один из самых популярных отделочных материалов на сегодняшний день. В некоторых местах дорога была настолько опасной, что было желание просто развернуться и уже уехать обратно. Прибыли в такое место, что-то даже я прям сомневаюсь, что надо туда дальше уже ехать. Всем привет, Китай на связи. Компания «Китай Камень» приветствует вас на карьере. Сегодня у нас июль, 14 июля 2022 года, провинция Шаньси, карьер сланца. Таким вот трактором с отбойным молотком от горы откалывается кусок, потом канатка обрезает блок напополам, приходит машина, грузит блоки на машину и опускают вниз, примерно минут 20 ехать вниз до ближайшего завода, где на заводе блоки эти станками режут в размер примерный, и потом рабочие уже откалывают вручную пластины нужной толщины, нужного размера. Карьер находится высоко в горах. Добытые блоки спускают на машинах. У подножия горы расположены несколько заводов, которые обрабатывают блоки в различные изделия. Thank you.
Главная особенность натурального сланца заключается в том, что он способен к расслоению и образованию новых пластин различных размеров. Дизайнеры и архитекторы всего мира очень любят использовать в своих проектах этот натуральный камень. Натуральный сланец устойчивый к любым природным условиям и резким перепадам температур, не разрушается, не изменяет свой цвет и форму за все время использования. Сланец обладает великолепными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Стены, облицованные сланцем, отлично сохраняют тепло внутри помещения, а также не пропускают через себя звуки. Натуральный сланец используется в строительстве. Из сланца изготавливают кирпич и брусчатку. Сланцевая плитка используется для сборки каминов и очагов. Этот великолепный природный материал часто используется для ландшафтного дизайна. Сланец подойдет для украшения любых стен, террас, клумб, для облицовки домов, а также украшения дорожек. Отдельно интересное направление – это создание кровли из натурального сланца. Важный аспект – то, что кровля из сланца может служить вечно. При этом на всем протяжении эксплуатации кровля не утратит своего внешнего вида. Напомню, что сейчас мы находимся в провинции Шанси. Здесь добывают черный сланец. Вообще в Китае расположено два основных карьера по черному сланцу. Самый черный находится именно в провинции Шанси. Второй карьер тоже считается черным, но если сравнивать два образца вместе, второй карьер более светлый. Он находится в другой провинции, провинции Тианси. Помимо сланца черного цвета, в Китае добывают зеленый сланец, коричневый сланец, а также сланец, который называется мультиколор. Заказов у заводов очень много. Обычно работают в две смены, чтобы успеть все заказы сделать вовремя. Чаще всего заказывают страны Европы, которые часто используют сланец для облицовки крыш, фасадов, для ландшафтного дизайна. Также натуральный сланец очень популярен в Европе в качестве подносов, тарелок и всевозможной утвари для ресторанов. Здесь вот растут
персики, наверное. Это хаоци ма? Хаоци, хаоци, хао. Попробуй. Да, абрикос. Всем доброе утро. Китай на связи. Провинция Шанси. Мы рядом с карьером. Сегодня мы ночевали в таком экзотическом месте. И с утра у нас на завтрак макароны, огурцы. Да, кстати, вчера мы собирали огурцы, а сегодня на завтрак у нас огурцы свежие, огурцы обжаренные, огурцы соленые и макароны. Полный набор. Девочка пришла, мы тут сидим, работаем. Я в одном углу, Сергей в другом углу. Она пришла, нам на бумажке написала по-русски. Небольшие там ошибочки у нее, но очень старалась. Как тебя зовут? Привет. Какая умничка. Какая молодец.